Здравствуйте, друзья! Сегодня я с вами поделюсь методикой переключения мыслей. Важный очень навык. Возьмите его на вооружение. Часто так бывает, что негативные мысли захватывают полностью нашу голову. Вы переживаете, расстраиваетесь, сердитесь, обижаетесь. У вас стресс, переживания. Этот стресс наносит большие повреждения нашему здоровью. И вы начинаете с этими мыслями бороться. Так вот, бороться с ними нельзя. О чем ты думаешь, тому и силу даешь. Их можно только переключить на позитивные мысли. Это дается тренировкой. Не всегда это получается легко. Но я вам сейчас дам упражнение, благодаря которому у вас сразу это будет получаться. Как только вы отследили, что негативные мысли заняли вашу голову, берите позитивную книжку, открывайте ее на самой вдохновляющей странице и начинайте читать. Читайте самозабвенно, с выражением, с эмоциями. Полностью погружайтесь в это. Читайте долго. И вы заметите, что на душе как-то становится хорошо. Это говорит о том, что негативные мысли отпускают. Они заменяются позитивными. Очень хорошо в этот момент читать молитву оптинских старцев. Пробуйте, тренируйтесь, этот навык вам поможет.